Короче, я сейчас усусь просто от этого названия. Ресторан от души, блин. От души. Так вот, как вы уже догадались, я сейчас в козятине. Вот, у меня последние в 2 часа дня. И, ну, типа, блядь, нехуй что делать. Я просто хожу, гуляю сейчас, ебало, кофе напью и все. В общем, тут такая движуха, что тут вообще, блядь, никого нету. Посмотрите, вот на улицах просто, блядь, никто на остановке стоят. Вообще никого, блядь, нету. Все, короче, на машинах. Это что, я один как лох пешком гуляю тут или что, блядь? Речка. Сейчас вам покажу кое-что очень красивое. Гости столицы, москвичи, всем добрый день! Приветствую вас на фестивале путешествия в Рождество, который в этом году проходит уже в 7-й раз. Впервые фестиваль продлен. Мы здесь 13 декабря, не унываем. Вот это, кстати, очень похоже на Львов. Ну прям Львов. Вот Львов, ты тут? И по поводу встречи с подписчиками, потому что много запросов. Ребят, я не знаю, я типа первый раз в Москве, я не знаю, как тут все обустроено, типа, мне на самом деле стрёмно это делать, поэтому не, гляк. Пиздец, вот лучше бы я вот даже сюда не заходил. Тупо расстроился, блядь, убил настроение на весь день, блядь. Лучше бы мне на глаза нассали, блядь. 40 тысяч шапка, вы что, ебанутые там. Я только что так высадился, когда, короче, ехал домой. Ну, мне было идти там 3 км. Я думаю, ладно, поеду, блядь, на такси. Тупо сел на такси и пиздец. Твою, тебя пизда. Тебя пизда. Тебя получается пизда. Подписчики, дивіться прикол. Сука. Ебать. Ребята, кто там хотел сфоткаться в Москве и все дела, я, наверное, оставлю адрес вот тут. Но если хотите, можете подъехать сфоткаться, но я не всегда в номере, поэтому, ну, просто напишите, что мы здесь, типа, выйди сфоткайся и все. Ну, типа, мне плохо, мне не от кого скрываться, там, все дела, поэтому даю вам адрес, типа, и просто, когда будете подъезжать, просто пишите, что мы здесь, выйди и сфоткайся, кудрявый. Отель, кстати, тут стоит, ну, не сильно дорого, вот 17 960, это на 4 дня, ну и плюс 5 косарей я заплатил за мини-бар. Хотите посмотреть на мини-бар? Вот. Привет, поишь, блядь. Я не знаю почему, но у меня просто дикое желание тусить. Вот я не знаю, но вот знаешь, иногда бывает, и, ну, не прям там тусить, вот мне хочется, блин, накраситься, одеться, собраться, надеть платье, как будто... Эфир «Петя любит выпить» за дня рождения Александра Хоменко. У нас остались люди, которые что-либо понимают, остальные уже нет. Да, да, Петр, я вас слышу, здесь все прекрасно, атмосфера чудесная, а все весело. А я вас всех поцелую сейчас. Один человек... Я хотела сказать, приехал в Москву, и мы с ним никогда не виделись. И это просто встреча века. Я думала, я тебя никогда в жизни не увижу. Ну, привет! Вы узнали его? Подписчики у меня часто спрашивали, когда я встречусь с Саней. Вот, смотришь, моя.
Это была просто встреча 3 лет. Мы не могли так долго встретиться. И вот, наконец-то, встретились. Скажи, как ты рад? Эмоции. Я очень рад.